Всем привет! Вот такой вот кустик растет спиреи японской. Я надеюсь, что это спиреи японская. И я хочу попробовать его размножить. Для этого я срежу молодые веточки. И потом я их буду укоренять. Такие вот череночки я обрезала. Теперь мне надо их подготовить и будем высаживать. Череночки подготовлены. Я убрала основную часть листьев, сделала срез, подготовила вот такой вот стаканчик. Здесь у меня обычный универсальный грунт, который я пролью водой с разбавленным укоренителем. Питалась. Теперь можно сажать наши череночки. Заглубляем их. Так. И сверху накрываем стаканчиком. Создаем такую тепличку. Я вот здесь вот сделала такие надрезики небольшие, для того, чтобы хоть немножечко была вентиляция. И внизу сделала отверстие. В таком состоянии оно будет расти около месяца, и уже потом, через месяц, можно будет посмотреть, есть ли результаты укоренения. 17 дней назад я черенковала спирею. Она у меня стояла на подоконнике, на террасе, на окне, накрытая сверху еще одним стаканчиком. И она у меня немножечко запарилась, и вот так вот себя сейчас чувствует. Я уже 3 дня как сняла стаканчик и выставила ее на террасу тенечек. На такой вот террасе она растет. Листочки здесь еще зелененькие, значит, может быть, не все потеряно. Попробую сегодня обрезать еще пару веточек, воткнуть их и попробовать уже без укрытия. Может быть, оно получится укорениться. А пока вот такие вот у нас дела. Вот я нарезала еще череночков. Они у меня целую ночь постояли в воде с укоренителем. И сейчас я их буду пробовать заново сажать. А еще я хочу попробовать укоренить вот такой зеленый росточек, поставив его просто в воду. Ну вот время покажет, поможет мне такая процедура, не поможет, укоренится моя спирея или нет. Это я все вам покажу позже, в других уже видео. А сейчас мы с Блэком желаем вам всего хорошего, мирного неба над головой. И говорим пока. Блэк, гав.